Всем привет, с вами как всегда Никита Клим, и сегодня я научу вас делать 3D-трекинг быстро и легко. Погнали! Честно признаюсь, я не использовал 3D-трекинг до сих пор. Отчасти потому, что я думал, что все, что связано с After Effects, будет очень сложным, и то, что я разберусь с этим когда-нибудь потом. Но как только я разобрался с 3D-трекингом, я понял, насколько это быстро и просто. И сейчас я покажу, как использовать 3D-трекинг для создания подписей, которые будут ориентированы относительно определенных плоскостей на видео. Начнем с самого главного. Для того, чтобы добавить какой-то эффект в видео, вам не обязательно делать весь монтаж в After Effects. Вы можете, как и раньше, его делать в Premiere Pro. А при необходимости изменить конкретное видео, добавить эффект или титры, щелкаем правой кнопкой мыши по видео и выбираем «Заменить композицией After Effects». И для того, чтобы все правильно работало, у вас должны быть установлены версии After Effects и Adobe Premiere Pro одного и того же года. Не забывайте об этом. После чего наш ролик автоматически добавляется в After Effects. Пробежимся вкратце по интерфейсу. Мы имеем окно предпросмотра, элементы управления эффектами, аналогичные Premiere, таймлайн с дорожками и секцию с дополнительными разделами. Сегодня мы будем использовать раздел «Эффекты и шаблоны». Первое, что мы должны сделать, это найти в разделе «Эффекты и шаблоны» эффект 3D Camera Tracker. Для этого можно воспользоваться поиском, после чего переносим его на наше видео. Теперь эффект применился к видео и появился в разделе «Элементы управления эффектами». Дальше остается лишь немного подождать. После чего вам может показаться, что ничего не произошло, но это не так. Просто измените масштаб точек отслеживания в элементах управления эффектами. Теперь на видео появилось множество точек, и все они отслеживаются на всем промежутке видеоролика. Три точки образуют плоскость, где мы можем разместить наши титры. Выбираем плоскость в зависимости от того, как мы хотим расположить наши титры. Нажимаем правой кнопкой мыши и создаем текст или камеру. Бам! Готово! Мы создали наши первые титры. Дальше мы можем изменить положение нашего текста с помощью инструмента «Поворот». Это кнопка W, а также поворот можно включить на панели сверху. Мы можем ориентировать текст по трем осям, так как нам это необходимо. В разделе «Символ» мы можем изменять параметры текста, например, шрифт или размер. Для лучшей читабельности текста я люблю добавлять на него эффект тени или же shadow, если вы используете англоязычную версию программы. И этот эффект можно найти с легкостью в поиске среди всех других эффектов. Немножко подкручу настройки для теней и готово. Мы получили полностью рабочие титры, которые идеально притречены к нашему видеоролику. Для того, чтобы наши титры смотрелись более естественно, а не просто как картинка, мы можем добавить для них глубины резкости. У меня уже есть притреченное название к дрону, но все вместе смотрится не очень естественно, так как дрон в начале видео находится в расфокусе. Именно такой эффект мы и постараемся воспроизвести для наших титров. Для этого на таймлайне раскроем слой 3D-трекер, параметры камеры. И здесь есть множество различных установок. Нас сейчас будет интересовать две – фокусное расстояние и диафрагма. Для начала включим параметр глубина поля. Теперь, изменяя значение фокусного расстояния и диафрагмы, мы можем добиться нужного результата. Выставляем параметр диафрагмы и создаем ключевую точку. Переходим в конец ролика, создаем вторую ключевую точку и устанавливаем значение диафрагмы меньше, чем у нас было в первом случае, чтобы текст был более резким. Готово, теперь мы добавили больше глубины резкости нашим титрам, и с этим эффектом они будут смотреться более естественно и натурально. И перед выходом из программы обязательно посмотрите, не стоит ли у вас галочка в разделе «Рендеринг точек отслеживания». Ее нужно отключить, или же все эти разноцветные точки попадут на ваше видео. После чего сохраняемся и можем смело выключать программу. Наше видео автоматически появилось в нашем проекте в Premiere Pro, что просто супер удобно и очень сильно ускоряет работу. Нет необходимости в предварительном рендере файлов в After Effects. Давайте рассмотрим еще один пример по 3D-трекингу на примере видео с квадрокоптера. Снова проделываем все предыдущие действия. Открываем видео в After Effects, применяем эффект 3D Camera Tracker. Увеличиваем размер точек для наглядности. Выбираем нужную нам плоскость. Подгоняем текст по размеру и пространственному положению. Добавляем тень.
Подпись для видео готова. Как вы можете заметить, на ее создание у меня ушло совсем немного времени. И в итоге мы получили крутые титры для нашего ролика. Как вы могли заметить, в 3D трекинге нет ничего страшного и сложного. И если разобраться, как это все делается и как это все устроено, то можно делать крутые 3D титры буквально за 5 минут. Я же буду регулярно использовать эту фишку в своих дальнейших видеороликах. Обязательно поддержите это видео лайком, если оно было полезным для вас. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. В ближайшее время будет очень много полезного и качественного контента. А с вами был, как всегда, Никита Клим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.